Городской футбольный клуб «Анапа» занял 3-е почетное место в дебютном сезоне для нашей молодой команды. Решающая встреча на чужом поле прошла с огромной поддержкой анапских болельщиков. За матчем наблюдал глава города-курорта, почетный президент городского футбольного клуба «Анапа» Сергей Сергеев. Счет открыли хозяева поля в первом тайме. Автором забитого мяча стал Гаспарян. Таким образом, первый тайм завершился со счетом 1-0 в пользу «Спартака». Во втором тайме «Спартак» решил перейти в наступление и увеличить отрыв в голах. Однако защитники «Анапы» выдерживали натиск хозяев поля. Второй гол нашим соперникам удалось забить только на 89-й минуте штрафным ударом. Наша команда в своем первом сезоне продемонстрировала характер и волю к победе. Выйти в тройку лидеров стоило немалых усилий, ведь козырь большинства соперников «Анапы» – опыт. На предшествующей субботнему матчу в Геленджике встрече со спортсменами глава курорта Сергей Сергеев подчеркнул, что возрожденная футбольная команда показала достойный результат в этом чемпионате. Не обманули в своих ожиданиях и болельщики «Анапы», отмечая, что сезон был не только насыщенным и зрелищным, но и результативным.